Я пришла домой, а он спит в моей кровати. Да нет, вы не так поняли. Галя, ну вы поймите, Женя такой ласковый, приятный мужчина. Да нет, 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 вы не так поняли. Он прекрасный любовник, очень чутко чувствует женское тело. Да нет, 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 вы не так поняли. Женя, я пытался ей объяснить. Она так и не поняла, что у тебя самолет завтра в 7 утра.